Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, пробежимся быстренько с тобой по заданиям. Открыть колоду это мы сейчас сделаем. Пойду-ка я вначале пройду серию испытаний. Буквально за минутку. Сейчас мы это все сделаем. Быстренько накажем наших противников. И потом пойдем откроем пак. Дальше пойдем поищем ресурсы на нашего... Как увеличать-то паукуса? Да, на паукуса будем искать. Там надо его допрокачивать уже. Конкретно. Ну-ка, давай-ка, острозуба наказали. И консервную банку. Да что ж ты, Бакстер, не смог пробить. Ты же вроде бы как по роботам у нас специалист. Пробиваешь их на изи. Так, давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. И вертушка. Давай, Лео, жги. Он зажег, но мутагеноид выжил. Ладно, это ненадолго. Все, он упал. Ну что, пойдем, наверное, откроем с тобой бесплатный пак. И дальше уже пойдем искать на паукса вещички. И посмотрим, как нас сбросили с нашего топового места. Так, в магазин. Бесплатный пак, в котором выпадает нам что? Макмен, собственной персоны. И вот я издалека узнаю. Так, здесь заберем награды. Теперь быстренько переходим на нашего паукуса. Вот он. И нужно нам найти 5 ящиков с инструментами. Ну что ж, поехали. Один уже в копилочке. Также второй. Ну, с ящиками, в принципе, проблем у нас никогда нету. Они ищутся быстро и легко. Так, это третий. Четвертый и последний ящик. Вот он. Все. Прокачиваем до 5-й ступени. Тьфу. Звучит так, тьфу. Ну что, для 6-й ступени нам нужно с тобой 9 катушек с пленкой и 12 знаков. Давай попробуем здесь, наверное, найти пока. Пока есть у нас возможность. Задание еще не выполнено, поэтому ролим, ищем. Катушка с пленкой, раз. Ну все, в принципе, задание уже выполнили, 2. Давай заберем награды. Остальное будем искать уже позже. Поднять уровень персонажа. Но это мы сделаем с тобой чуть позже, после того, как посмотрим, что у нас творится на арене. Так, телепорты обязательно нужно забрать. Ну что, ребята, сегодня у нас пятница, поэтому черепашья буря открыта. И я, естественно, буду ее проходить. Почему, ребят? Ну, во-первых, дают приличное количество бакинских. Они нам нужны. Ну и, во-вторых, бакинский, тут, по-моему, жетоны. В общем, награды здесь отличные. Так что сразу, пожалуй-ка, и приступим. Так, Бакстер, Шреддер, Ванюша, Зек и Крис Брэдфорд. Именно такой командой я пойду. И именно такой командой мы с тобой должны пройти абсолютно 3 события, чтобы у нас все было отлично. Так, 4 волны. Меня это, честно говоря, нисколечко не пугает. Попробуем вырубить Лео. Не вышло. Майки мне не нравится. Что-то он там затеял. Твою налево. Блин, надо было с него начинать. Что теперь мне делать? Вот как мне теперь... Да ладно, баг. А, у них 60 уровень. Фу ты. Что-то я заволновался. И зря. Зря волновался. Здесь мы пройдем. Так, он берет провокацию, Рафаэль. Естественно, так и надо. Я бы на его месте тоже самое сделал. И защита. Правильно у них все сделано. Сбалансировано, я бы так сказал. Ну-ка, замедлим. Убили вообще, понятно. Так, пробивной и проникающий. Отлично, ребята. Ну что, на вторую волну переходим. Здесь у нас черепашки фильм. Начнем, наверное, с базуки. Замечательно, вырубает Зек. На третьей волне у нас, как ты видишь, ролевые черепашки. Ну, здесь можно, в принципе, и шипами не побрезговать от Супер Шреддера. Четко. Ну и последняя, заключительная волна. Это у нас оригиналы. Или я бы даже сказал, не оригиналы, а классика. Вот так вот. Уничтожили. Ну, можно, в принципе, бросить даже гранату. И добивка. Все, ребята. Первое событие у нас проходит довольно легко, потому что здесь было 60 уровень. На втором, если не ошибаюсь, идет 70 уровень. И на третьем 80. По-моему, все так и должно. И награда.
60 долларов, ребята, просто вот так вот хоп, и 60 бакинских, но остальное, в принципе, нас не интересует. Ну что, переходим с тобой на следующее. Здесь, как видишь, уже 15 сыра тратится. И, как ты видишь, 75 жетонов плюс 15 долларов. Я думаю, что это достойная награда. И, как видишь, уровень уже 70-й, то есть на 10 уровней выше. Первые бойцы были 60-ники. Ну что же, думаю, здесь особо тоже никаких у нас проблем не возникнет. Давай-ка бросим бомбочку. Да здравствуйте, приплыли, а что так мало-то? Мало ты, зэк, конечно, нанес повреждения. Я думал, будет немножко посолиднее. Ну, давай сделаем так. Вызовем маузеров. Хм, странно. Ну, 70 уровень, ну, не настолько же крут, что мы вообще не можем их пробить. Так, здесь нам не нужен кто? В принципе, Донателло. Да, даже не смог пробить. Шипы я пока не буду тратить, они мне пригодятся для последней волны. Если не ошибаюсь, здесь у нас черепашки космос будут. Так. Рафаэль, ты чего выпендриваешься, я не понял, а? Так, у него месть висит. Это плохо, давай-ка из базуки. Провокация. Ну, Леонардо, тебе она здесь, если честно, уже не понадобится. Шипы я не буду тратить, давай, Шреддер. Отлично. Так. Массовая атака от Рафаэля. Блин, а мне не нравится, знаешь, то, что у нас очень мало здоровья на Крисе Брэдфорде. Поэтому давай мы, наверное, сделаем следующее. Здесь применим шипы. Так, секунду, секунду. Давай, наверное, сделаем вот таким образом. Я, честно говоря, хотел поставить хилочку, чтобы мы отхилились. А нет, черепашки космос, видимо, у нас будут на последнем событии. Так, давай-ка мы сделаем хил. Он тут точно нам пригодится. Крис Брэдфорд еще сделает у нас дополнительную защиту. Ну и теперь мы как бессмертные, можно сказать. Нам уже здесь ничего не грозит. И Ванька добивает всех. Отлично, второе событие у нас тоже пройдено великолепно. Ну что, получаем с тобой жетоны 75 штук и немножко там долларов, по-моему, 15. И переходим на последнее событие. Плюс Донателло ролевой. Так, ну здесь мы тратим 20 сыра. И, как видишь, уровень уже 80-й, то есть на пределе. Возможно, даже стоит поменять зэка на Рокзара. Но, с другой стороны, если подумать, зэк здесь больше имеет веса, чем Рокзар. Так, у них провокация. Они начинают первыми. Нам с тобой здесь без шреддерского хила делать, грубо говоря, нечего. Поэтому, естественно, его сразу активируем. Так, Майки делает очищение. Нисколько не удивлен. Правильно все делается. Этот провокацию берет. Все отлично. И будет лечить. Защиту? А вот это уже, ребят, неправильно. По идее, он должен был защиту врубить. Ну, фиг с ним. Давай попробуем пробить маузерами. Замечательно. Так, здесь нам нужно, наверное, сделать вот так, скорее всего. А мы повесим с тобой баф, который нам пригодится в дальнейшем. Но контратаку я, честно говоря, не наблюдаю, чтобы он на кого-то повесил. Так, с этим нужно быстро заканчивать, потому что тут есть вредные майки. Блин, постепенно урон не повесился. Надо вырубать его срочно. Так, зэк красавчик. Сразу еще Леонардо в расход пускаем. Нормально. Всех лекарей и медиков надо в первую очередь здесь бомбить. Так, Рафаэль с контратакой. Ну, у нас с тобой висит щит, поэтому он особого, так сказать, урона нам не наносит. И вообще щит висит на всех. Это нас и спасает. Добиваем Рафаэля и Донателло. Шипы прибережем. Тут 6 волн еще, к тому же, не забывай об этом. Опять у нас классические черепашки. Здесь надо, наверное, начинать с Леонардо. Так, защита закончилась. Я думаю, что надо поставить дополнительную. Плюс массовая атака Ваньки. Так, Лео упал. Попробуем заглушить Майки. Замечательно.
заглушка сработала, то есть он не сможет применять. Да уже и в принципе не важно, сможет, не сможет, мы его уже ушатали. Но Рафаэль, видишь, все-таки успел хильнуть команду. И мне кажется, что да, повреждения мы получаем минимальные. Опять же, друзья мои, все из-за щита. Щит, который мы с тобой повесили, очень хорошо нас выручает. Так, что такое, Рафаэль? Я не могу понять, что ты не пробиваешься. Брусим гранату, может быть, постепенно повесится. Отлично. Так, и ты смотри, массовую атаку сделала. Так, ребята, нам нужно желательно бы еще, наверное, хил от супер шредера поставить. А вот и оригиналы. Сделаем вот так вот. Дальше бросим бомбочку. Я, наверное, все-таки поставлю хил. Хотел массовую атаку, а потом вспомнил. У нас же в конце будут черепашки космос. С ними лучше там не шутить. Леонардо, попробую пробить его. Да, у него вот это вот, ребята, отложенная смерть. Йоу, ты серьезно? Я даже сам не ожидал, что быстро так разберемся. Ну, а тут начнем, наверное, с Майки. Хотя, на самом деле, надо было Лео брать. Но, Шреддер, не подведи, родной. Спасибо тебе большое. Ты, как всегда, меня выручил. И последняя волна. Это черепашки космос. Начнем с кого? Начнем, наверное, с Донни. Так, заглушить его надо. Да ё-моё, не получается заглушить. Так, а щиты у нас есть? У кого-нибудь? На откате. Оу, воу, тихо. Ну, началось. Ну, началось, друзья мои. Так, давай быстро волну. Так, защита пока есть, слава богу. Давай, наверное, попробуем пробить Рафаэля. И базука. По-моему, все, ребята. Никто у нас не упал. И мы с тобой прошли идеально это событие. С чем я нас и поздравляю. Ну что, забираем с тобой награды. Я уже забыл, что там у нас идет. 100 жетонов, 20 баксов и Леонардо видение. Прикольно. Все, это событие мы с тобой закончили. Ярость Рафа, это событие нас больше уже никогда не будет интересовать. Потому что все, что здесь могли, мы с тобой получили. А вот теперь испытание борцы с преступностью. Да-да, друзья мои, именно оно нам нужно. Ну что, поехали. Пойдем за двумя ДНК на голубя Пита. Здесь мы с тобой, наверное, вот так сделаем. Да? Ну, в принципе, у нас отличная здесь получается команда. И я думаю, что здесь никто не пострадает. А тем более первый уровень, естественно, поставим с тобой на автобой. И начинается, заметь, с 50 уровня. Хотя у нас, какое, четвертое событие? Три вчера мы прошли, да? И вот сегодня, ну да. Ну, здесь, сам понимаешь, все легко для наших бойцов, они тем более у нас практически по фул прокачанной, кроме Криса Брэдфорда. Он у нас здесь самый слабенький. Но, несмотря на то, что он самый слабенький, у него довольно неплохой баф идет. Именно вот такой, с возможностью повысить повесить контратаку, да, и еще есть массовая защита. Так, супер Шреддер, ага. У нас Армагон практически одного за другим разбирает. Рафаэль упал. И стрела зад, все. И мы с тобой забираем 4 ДНК на нашего... Ой, какой 4? 2, конечно, 2. 2 ДНК на нашего голубя Пита. Замечательно. Так, дальше у нас идет Роквелл. Так, 65 уровень. Да я думаю, что в принципе должны справиться без моей тут помощи. Естественно, я ставлю на автобой 4 волны. Первый, кто у нас встречает, это стрелозады. Минус 1. Второй. Третий. Здесь дроны недобитые. Вот эти дроны, друзья мои. Ну, видишь, сейчас они в данный момент идут без одежды. Когда они носят одежду, они становятся типа агентами. Так, а вот что здесь делает... Вот всей этой своре Микеланджело, я ума не приложу. Как он сюда затесался? Ну, естественно. Ну, что ты мог еще сделать? Ну, конечно же, уклонение повесить.
Ой, ребята, ему не помогло. Ну зачем ты делаешь это, Ванюша? Ну зачем ты массовую атаку делаешь, когда здесь всего лишь один Магмен? Не пойму. Так, ну, красавчик, красавчик. Шреддер, молодец. Подстраховался, так сказать, на последней волне. Тут, конечно, бы, будь моя воля, я бы, наверное, начал бы все-таки с Леонардо. Да-да-да, именно из-за этого. И плюс, не забывай, что у него есть массовая атака. А этот берет провокацию, кожеголовый. Плюс у него броня. Сколько? Две штуки, я ж настакал себе. Нормально. Все, ребята, тут, как ты видишь, мы тоже прошли на одном дыхании. Почему, ребята, автобой включаем? Потому что я больше уверен, что моей помощи здесь не понадобится. И когда я в этом уверен, естественно, мы проходим на автобой. Ну что, два ДНК на Рокула. Дальше у нас идет кожеголовый. Так, у нас хватит. Боюсь, что на последнее событие не хватит у нас этих сыра. Так, ненавижу их, друзья. Просто терпеть не могу. Да-да, ты понял, именно грибы эти. Они еще и защиту на себя повесили, ты прикинь? Ну, как ты видишь, это им не помогает. Вообще не помогает, нисколечко. Красавцы. 5 волн. Так, переходим на вторую. Вот, мне кажется, самое то. Стрелозады. Ватники еще те. А разбирается с полтычка. Хоть и имеет массовую атаку. Ну давай, Ванюша. Бумс. Переходим с тобой на третью волну, где у нас морозильная кошка, Кейси Джонс, Макмен и Железноголовый. Быстро разобрались, но правильно, тут Шреддер использовал суперудар, поэтому все это так и должно быть. Бакстер тоже красавчик, сделал волну смертельную и, соответственно, моим ребятам остается их просто добить. Ну, а это у нас, как ты знаешь, да-да, тот самый босс-помощник, который прячется где-то на помойке. Я думаю, что он здесь много не повыпендривается. Так, ты Криса не трогай мне, пожалуйста. Так, бонус снят. Сейчас замедляху, наверное, еще врубит. Нет, ребята, обошлись без замедляхи. Мы его просто вырубили, и все. И это круто. Блин, а сейчас мы посмотрим, хватит ли у нас для последнего поединка. Или же нет. Так, 2 ДНК на кожеголового. Так, 6, да? А тут нужно 10. Ну что, ребята, в коем-то веке я, наверное, куплю 30 сыра за 150 долларов. Я могу себе это позволить. Я хочу пройти это событие сегодня. Не хочу откладывать его на потом. Так что давай продолжать. 85 уровень. Вот это, ребята, уже серьезный вызов. Тут уже я буду своими ручками играть. С этими-то понятно, разберемся. Но главное здесь не тратить супер удары. То есть проходи своими силами. Да, будет тяжело, больно, но терпи и проходи. Как можно почаще ставить защиту. Вот такую, чтобы получать меньше урона. 5 волн. Майки 85 уровня, если ему дать разгуляться, это плохо кончится для нас. С контратакой, да? Вырубили. Так, давай-ка мы еще сделаем с тобой баф от Криса Брэдфорда. Он нам точно не помешает, поверь мне. Хорошо, переходим на вторую волну. Смотрим, кто у нас тут. Это стрелозады. Здесь можно, в принципе, ракеты пустить. Так. Нормально. И добиваем последнего. Переходим быстренько с собой на третью волну. Вот здесь надо, ребята, уже подсуетиться чем-нибудь помощнее. Например, валуном. Так, а Майки выжил, твою налево. Ну, слава богу, он стал применять хил, а не уклонение. Поэтому сейчас мы их разберем. Минус Рафаэль. Проникающий пойдет на Майки. Добиваем его.
Ну и остается у нас Донателло. Так, бросаем гранату. Все, постепенно урон его убил. Ну, а здесь они мутанты. Слушай, у нас же последний там босс, опять же, по-моему, мусорщик, да, будет? Так, давай, наверное, мы сделаем вот так вот. Плюс волна из маузеров. Блин, надо было Пита добивать. Хотя, сейчас сделаем. Замечательно. Ну и последний, опять же, этот босс. Опять же, этот желтый матрас лежит, на котором мне сказали, спал Микеланджело. С какого вдруг перепуга, я так и не понял. Спал Микеланджело на этом матрасе. Ну, ребят, вы как скажете. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Смешно просто. Я представь, что это Майкл надудонил. Ой, а что у меня мысли, господи. Ладно, ребят, мы с вами прошли это событие, как ты видишь, идеально. И теперь что нам сделать? У нас 26 сыра осталось. Что, будем рисковать? Я думаю, что стоит. И стоит обычно вот на этом. Почему здесь, ребят? Ну, потому что тут самый смак. Тут ты, что делаю-то? Самый смак. Поехали. Карта Бибабима. Пит. $3. Беру еще. Подожди-ка. Во. Вот что я возьму, ребят. Вот так вот. В первый раз такое делаю. Так себе позволяю. Так, опять 3 бакса. Серебряные осколки. А, подожди, почему Пит-то? Пит же вроде был. Странно, не там, что ли, я его искал. Так, 50 жетонов. Ноутбук Дона. Слэш. 2 ДНК. Роквелл. Ну и дайте, пожалуйста, кожи голового. Вот так вот, друзья мои, получили абсолютно всех. Так, ну что, тут попробовать? Да куда ты лезешь-то? Просто ролим. Не то. Кружка. Ну и не хватает нам. Хотя можно вот здесь вот. Нет. Вот здесь. 35 жетонов. Нет, ребят, не выпало, но тем не менее нормально получилось, пофармили. А теперь идем с тобой куда? На арену. Ты смотри-ка, что тут происходит, друзья мои. На 100-м месте в Лиге Мастеров 3 звезды. Практически скинули меня отсюда. Ну вы жучары, а, однако. Ну что мы делаем? Естественно, друзья мои, естественно, мы делаем с вами контрход, который называется «Вернись на теплое местечко». Все, наверное, его знают и уже изучили досконально, поэтому повторяться не буду. Бабах. Лео, выходи. Так, это получается мне нужно, ну, как минимум, наверное, сыграть 10 поединков, чтобы вернуться обратно. Я, честно говоря, не рассчитывал, что за такой короткий промежуток времени меня просто практически скинули с Лиги Мастеров. Так, 87 место. То есть я пролетел 13 ступенек на данный момент. И, как ты понимаешь, это не предел. Давай возьмем. Тут, в принципе, ребят, уже без разницы. Брать с конца, с середины, с начала. Тут просто нужно отыграть 10 поединков. Как ты это будешь делать, выбирай сам. Я обычно, ребят, если это идет начало, буст или еще что-нибудь, конечно, беру с моими топовыми персонажами самых начальных уровней и постепенно их, короче, по возрастанию проигрываю. Если вот такая ситуация, как сейчас, в данный момент, можно брать из любого места. Главное, чтобы у тебя оставались топовые бойцы. Ну и к ним уже можешь присоединять кого хочешь. Можешь даже сделать, как я обычно даже иногда делаю,
беру не чисто вот топовых, а, например, вот так вот. Раз, два, три. Там, например, 4-5. Ну, вот такую вот команду. Чисто, чтобы не тратить откаты. Да, она отыграет, она здесь выиграет, все понятно. Но очень много, как говорится, задействовано бойцов. Шреддер, вот я вот этого, ребят, никогда не мог понимать. Зачем он делает отхил? Для чего, если там нету никакого повреждения? Ни у кого абсолютно. Да бог с ним, это его, конечно, право. Так, эти отдупляться нам мешает кабан. Этот упал. Ну, давай, расстреляем. Все. Можно вот таким вот вариантом делать. Но, опять же, все зависит от того, как у тебя прокачаны бойцы. Если они у тебя, естественно, сотого уровня, то тебе ничего не страшно. Если чуть-чуть поменьше, то, конечно, лучше их брать вместе, кучкой. 62-я позиция. Так, ну что, делаем дальнейшие твои, мои, точнее, продвижения. Вот можно здесь взять Усаки, Майки, Железноголового. Вот такую команду можно взять. Естественно, здесь будет первым ходить Усаги. Потом, наверное, Майки. И тут главное забомбить Микеланджело. Почему? А лучше даже, наверное, сделать вот так. Почему именно Донателло, ребята, нам нужно бомбануть? Ну, во-первых, это маг. Ой, маг, лекарь. Если сейчас мы его не заблокируем. О, мы его ушатали. Ну, тогда все, ребят. Тогда все, песенка их не спета здесь. Без хила они здесь ничего сделать не смогут. Мы с тобой сделаем еще укрепление нашей команды. Слэш нам тут не помеха. Это тоже ерунда. Бомбим ракетами. Так, бомбочку решил. Смотри-ка, у него пассивка сработала, и он ушел в инвиз. Ничего, ребята, ему не помогает. Ни огнемет, ни бомбочка. Врубаем с тобой массовую атаку. Надеюсь, постепенно урон будет положен на них, на всех. Так оно и получается. И пошли уже добивать. Можно было бы даже бомбочку бросить. Этого было бы, наверное, достаточно. Сделаем удар. Этот отдуплился. И этого добиваем. Все. Прекрасно. Сейчас где-то переходим, наверное, на 50-е место. По идее, должно так быть. Смотрим. Да, 49-50. Ну что, тут мы с тобой. Ну, максималка дается у нас 17-24, это самое большее количество кубков, которые вообще позволено в игре на данный момент. Так что мы с тобой, естественно, без каких-либо колебаний берем 17-24. Ну что, Шреддер, поехали. Тут тоже все очень быстро случится, потому что Шреддер плюс Леонардо, или Шреддер плюс Армагон, Шреддер плюс Бакстер Стокман, Шреддер плюс Усаги и Дзимбо. Это все приводит к тому, что враг будет просто лежать и молчать, потому что ничего не сделает. Даже не сможет сопротивление мне какое-то сделать. 36-я позиция, двигаемся дальше. 17-24. Ну, возьмем вот эту вот команду. Опять же, Шреддера берем. И можно взять здесь уже Армагона. Ну, Армагона, Леонардо, это я беру уже чисто для разнообразия. Все. Можно проходить просто Шреддер, Леонардо. Как зарядить и до самой победы. А можно немножечко их разбавлять. Можно брать Армагушу, можно брать Усаги, Ваньку. Ну, в общем, кто тебе приглянулся или за кого ты хочешь подрыгать. Так, ну что, постепенка-то убьет вас? Ага. А тебя, Ваня, тоже. Вот так вот. Это вот, друзья мои, очень мощная атака у Супер Шреддера с наложением постепенного урона, который наносит четверть урона от фулл ХП. Ну, то есть, понимаешь, да, если там, например, 100% жизни, то 25% он отнимет. Это именно только постепенный урон. Так, ну что, здесь мы с тобой возьмем, ну, вот эту вот команду. Возьмем левую, опять же, возьмем Шреддера. Тут уже все. Тут остаются считанные бои, буквально 2-3 поединка. И мы с тобой вернемся, как ни в чем не бывало, на свой трон.
Так, а вот здесь что-то Шредер, конечно, схандрил, если честно. Постепенный урон повесил только на двоих из пятерых. Это как бы не очень хорошо, на самом деле, по коэффициенту. То есть два постепенных на пять врагов. Если бы он три постепенки на пять врагов повесил бы, это было бы куда еще. А тут он схандрил. Так, ребята, и, судя по всему, у нас последний поединок на сегодня. Давайте-ка мы возьмем Супер Шредера и Донателло. Вот не знаю, получится ли у нас так отыграть Супер Шредер и Донателло. Ну, у Донателло, как ты знаешь, у него инициатива очень-очень слабенькая. Очень слабенькая. Даже, наверное, у Бакстера Сток она сейчас будет в разы круче. О, Майк, ты что делаешь? Усиляет он команду. Я возьму тогда провокацию. Сразу минус двоечка. Бросаем паутинку. И вот так вот. Все, друзья мои, мы закончили на этом нашу эпопею. Наше продвижение к топовому месту. Сейчас мы проверим. Ну, 10 ступенек мы должны пролететь. Чего уж тут говорить-то. Да. По-другому и быть не могло. И хотелось бы посмотреть. 34 тысячи мутагена. Поэтому, друзья мои, Майки заслужил 99 уровень. Ну что, остаются считанные тут, я не знаю, мутагенчики, да, 31 тысячу, ну, скажем так, 31,5 тысячи мутагена накопить, и Майки у нас будет сотым уровнем. И я считаю, это будет круто. Так, забираем с тобой остатки роскоши. У нас еще осталась с тобой, как ты видишь, пицца. Подожди-ка, а телепорты, ребята, телепорты. Как же так-то? Извините, но телепорты мы должны забрать. Я понимаю, что я могу себе позволить купить, но зачем мне дарить кому-то 12 телепортов? Если есть возможность их выбить. Согласись. Так что, ребята, если тоже будет возможность, и у вас именно, пускай даже они есть у вас в коллекции, там 100 штук, поверь мне, лишними здесь они не будут. Набивать их довольно легко. Тем более, если у тебя персонажи есть сотого уровня, три любых персонажа берешь, и они разносят этого железноголового просто в хлам. Без каких-либо проблем. Я уже проверял. Просто я беру эту команду, так как тут определенный выбор идет персонажей. Тут нельзя поставить абы кого. И вот выбрал, и, ребята, разношу их. Так, ну что, еще 5. 3, 4, это уже 7, плюс 5, 12 и 6. Получается 18, да? 18 телепортов. И это все-таки парочка, так сказать, боев на фарме, да? Так, волна, почему-то на него постепенный урон не повесился, интересно. Избежал он этой участи. Ну что, забираем и переходим с тобой на последний поединок. Вот он, эпизод 4. 80 уровень, как ты видишь, у железноголового. Сейчас я буду здесь сам топить, как говорится, своими руками. Так, он промахнулся, у нас сопротивление. Ну что, сделаем с шипов, наверное. Плюс постепенка. Отлично. Дальше. По-моему, ракета очень хорошо на него действует. Плюс... Давай бросим гранату. Ну, в принципе, он уже и не жилец. Попробуем замедлить. Все. Замедлили, и тут же он погиб. Да, ребята? Ничего сложного абсолютно. Так, у нас еще осталась пицца. Значит, мы спокойненько с тобой идем в список. Ищем нашего паукуса. И находим то, что нам не хватало. А не хватало нам с тобой пленок, вот этих вот, катушка с пленкой. То есть, ну, просто тупо сливаем с тобой. Кстати, нам нужно, знаешь, что сделать? Вот. Все. Купили. У нас достаточное количество их.
от телепортов. Так что продолжаем. 6 штук еще нам нужно найти. Ну, пиццы, конечно, у нас не хватит. Там всего лишь 65 осталось. Ну, мы ничего от этого не теряем. Так, это уже 2. 3. 4. 4, да? И последнее. 5. Буквально одной катушечки нам с тобой не хватило. Ну, да ничего страшного. В следующей серии найдем. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!